Всем привет, с вами Михаил Шварц с острова Лансаротте, с Канарских островах. Сегодня мы ездим по заповеднику или национальному парку Тиманфая. Здесь небольшой трек, на котором ездит на верблюде. Сюда мы доехали на машине. Здесь поставили машину на парковку. Въезд в парк стоит 9 евро с человека. Здесь мы оставляем машину и пересаживаемся на автобусе. На автобусе нас повезут вокруг парка. Тут посмотрим, где какие там вулканы, где что. Что могу сказать? Из минусов это то, что вы будете смотреть из окна автобуса. Фотографировать вам особо ничего не удастся. После этого вас привезут обратно сюда на стоянку и покажут небольшое шоу. Вначале здесь будут сжигать сухую траву с помощью вулкана, а потом будут вливать воду в такие емкости, в дырочки туда, и оно будет выходить вместе с паром, как гейзер. Зрелище очень эффектное, давайте я вам покажу. Are you ready? Вот так мы посмотрели с вами сегодня национальный парк Тиманфая. Посмотрели на кратеры вулканов, посмотрели на кучу пепла, кучу камней, которые из них вывалились. С вами был Михаил Шварц, снимала меня Елена. Заходите на мой сайт hispaniagid.ru, не забывайте подписываться на рассылку. Всем пока!